Ну, первые два периода возили, возили что-то, получили. Ну, не выполняли установку тренера два периода. Что-то не получалось. Ну, третий период вышли, собрались, проявили характер, забили свои моменты, в овертайме довели победу. Ну, по первой игре не хочется даже говорить. Провалили полностью игру. Подстроились под соперника, не навязывали свою игру. Ну и много моментов у нас было в первой игре, не забили. Ну, вторую игру, третий период могу выделить и все.